Люди с буквы «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Самой судьбой эти люди одарены чертами характера, которые способствуют выполнению их личной жизненной миссии. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Обладатели этого имени появляются на свет для того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. У людей с этим именем всегда имеется свое мнение на любой счет. Их невозможно ни в чем переубедить, несмотря на их чувственность и доброту. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.